Тольяттинская команда «Лазиза» приехала в Самару защищать прошлогодний титул чемпионов межрегионального конкурса по восточным танцам. В этом году привезла африканскую народную постановку «Нуба». Уверенность завоевать вторую золотую медаль им не составит большого труда. Ведь в восточных танцах главное настроение. В их композиции его через край. Он говорит о позитиве, о солнечном настроении, о природе, о том, как хорошо жить. Жюри оценивает все – эмоции, костюмы, но в первую очередь, конечно, технику исполнения танца. Здесь можно увидеть такое разнообразие разных направлений восточного танца. И костюмы радуют, постановки радуют, коллективы очень сильные съезжаются, поэтому это один из лучших конкурсов. Оценивается гармония хореографии, сложность элементов. Элементы могут быть не только из восточного танца, они могут быть и из параллельных, из других совершенно направлений. И чем больше здесь всего разного, тем, естественно, интереснее смотреть. Городской турнир за 10 лет вырос до межрегионального чемпионата. Теперь он проходит 3 дня в 2 залах одновременно. Жюри оценивало более 1500 танцевальных номеров. Это рекорд России. Наш чемпионат является одним из крупнейших в России на сегодняшний день. Мы сотрудничаем с Лигой профессионалов восточного танца России. У нас очень профессиональная судейская коллегия. Мы приглашаем судей из разных городов. Судят очень профессионально, очень сложно судить. На сегодняшний день уровень очень высокий у участников исполнения восточного танца. За первое место в восточных танцах на Самарском чемпионате сражаются команды со всех городов Поволжья. Приезжают и столичные гости, и даже команды ближнего зарубежья. Номинации более 200, возраст участников от 5 до 70 лет. Существует 2 дивизиона – любители и профессионалы. В России очень много школ, но уже давно пальму первенства держит Самарский регион. И очень многие участницы с удовольствием приезжают, потому что здесь хорошая конкуренция, но и многие не доезжают, потому что боятся конкуренции. И то приятно. За призовые места основная борьба развернулась между Самарой, Тольятти и Уфой. Больше всего золотых медалей собрали в свою копилку местные команды. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.